Значит, это у нас фигура называется параллельная парковка. Вот мы трогаемся с исходной позиции. Выставляются коны по траку. Каждый трак своя длина. Под него выставляются коны. Трак вытягивается в исходную. Проезжается немножко кон. Остановочка. И начинается движение. Значит, здесь также мы руль немножко и держим прямо, проезжаем. Когда проезжает заднее колесо кон, мы начинаем подламывать трейлер. Подламываем. Доезжаем до меточки определенной. Руль крутим до конца в другую сторону. Также, смотря в зеркала, при совпадении меточек останавливаемся, опять крутим руль до конца в другую сторону и продолжаем движение. И трак у нас заходит в бакс. Практически идеально. Можно немножко подкорректировать его. Остановочка. И можно сдать вперед до конов. Есть это пространство. Это условная стена. Три стены. Все, и остановочка. Это также сделаем паркинг, ставим трак и сигнал до подтверждения завершения фигуры. Че, Леня, с другой стороны будешь снимать эту еще раз? Правая параллельная парковка. Right parallel parking. Едет трак ровно. Как только задние колеса проезжают кон, мы начинаем подлом трака. Руль делается до конца влево. Подламливается трейлер. Доводим трак до меточки. Останавливаемся. Руль выкручиваем до конца вправо. Продолжаем движение. Опять же до меточки. Мы немножко здесь упростили, чтобы было удобнее делать. Останавливается руль до конца и продолжается движение. Очень важно не торопиться. Не торопиться. Потихонечку. Как только трак совпал, нужно остановиться. Можно продолжить и сдать назад. Вот это получилось отлично. Прекрасно. Остановочка. Поставление трака на положение паркинг, включение скорости в нейтральное положение и подтверждение сигналом завершения фигуры.